Да. Мдэм. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи! Я... Сейчас. Я кандидат говнических наук. Каловый профессор университета жидких фекалий Александр Задов, член корреспондент ректальной академии наук в скобочках РАН. Да. Сегодня я выскажу свое авторитетное мнение и раскрою самый главный секрет, который вы только можете себе представить. Этот секрет, да, вы его очень давно ждали. Один из заказчиков даже попросил меня сделать специальное видео-гайд. Гайд, в котором я раскрою, собственно, секреты шуток про говно. Я думаю, вы все этого ждали. Я думаю, вы все этого хотели. Я думаю, вы все этого желали, да, вы все этого желали, друзья. Я думаю, вы все этого желали. Ну, давайте в таком случае попробуем начать рассказывать. А что же вам нужно сделать, чтобы так шикарно, так прекрасно, так многогранно шутить про говно, как я? Первое, что вы должны усвоить, это банальная схема. Сетап, панчлайн. Да? Сетап – это подготовка, а панчлайн – это шутка. Чтобы вы понимали, да, чтобы вы ничего не перепутали. Все легко. То есть вы подготавливаете к зрителю, а потом шутите про говно. Тогда у вас все получится. В принципе. Подготовкой может быть все, что угодно, а потом идет шутка про говно. Вообще просто это может быть даже не смешно, но про говно. И все хорошо, да, соответственно. Так, сетап вообще все, что угодно. Там, сетап все, что угодно. А потом шутка про говно. Вы понимаете, да? Понимаете, ребят? Вы понимаете, все сложно. Нет, вы не понимаете. Я чувствую, вы не понимаете. Это слишком, видимо, сложная штука. Слишком сильно сложная штука. Ну ладно, смотрите, да, сначала сетап, какая-то подготовка длительная, возможно, да, может даже многовековая. А потом панчлайн про говно. Просто что-то про говно говорится. И сразу все пойдет, в общем-то, так, как нужно. Короче, соответственно, смотрите. Сейчас я вам покажу сетап панчлайн, друзья. Смотрите, все хорошо, все просто. Смотрите, вот. Вот, я выхожу. Сейчас я закрою окошко, а то еще увидят. Смотрите, друзья, вот это сетап, короче. Вот это вот панчлайн. Блять, ну вы поняли, да? Это первое, короче, заход. Сетап, панчлайн, все четко разыграно. Не все это понимают, но вы должны быть уверены. Смотрите дальше, вот этот сетап. А вот это вот панчлайн. Вот. Дальше, смотрите. Сетап. Это двухчасовая лекция по изнасилованию. Панчлайн. Вот и доставочка Яндекса подъехала. Поняли? Поняли, ребят? Поняли? Нет, не поняли. Если хотите понять это, пересмотрите, пожалуйста, мой стендап. Потому что в этом стендапе действительно двухчасовая лекция по изнасилованию. Да, и одна шутка. Так, дальше. Сетап. А вот это уже панчлайн, ребята. Вот это уже панчлайн. Да, вот это уже панчлайн. Дальше. Сетап. Сетап. Видите, сетап. Вот он, сетап. Все хорошо. Панчлайн. Опа. Оп, панчлайн. Вот такой панчлайн дальше. Сетап. Сетапчик у нас. Сетапчанский. Вот он подходит. А вот панчлайн. Дальше снова сетап. Сетап. А вот и панчлайн, смотрите, с усами, это как смешно, да? Это забавно. Смотрите, вот этот сетап, вот это тоже сетап. А вот это панчлайн про говно. Да, тоже про говно, да, на самом деле. Вот такая вот тема. Кстати, есть еще один вот сетап. Это стабильное развитие экономики при Путине. Панчлайн. Ну, вообще, эта шутка изъята правоохранительными органами, потому, простите, я не могу ее пошутить, да, но... Да. Сетап.
Здравствуйте, дорогие друзья. Панчлайн. Пук. Ну вот, соответственно, схема. Она вам полностью дана, вы можете ее освоить довольно легко. То есть берете, потом шутите про говно. Что угодно говорите, вообще все что угодно. Вы можете говорить все что угодно, и потом непосредственно у вас все пойдет заебись. Обещаю. Обещаю, вы будете мастерами сетапов и панчлайнов про говно. Причем, смотрите, панчлайном, действительно, еще раз подчеркну 200 тысяч раз. Панчлайном в шутках про говно может быть вообще все что угодно. Да, вообще все что угодно. Там, я не знаю. Мама пошла в магазин и принесла говно. Да. Там, я не знаю, папа чинил машину, но наступил в говно. Ну, не очень смешно, но все равно про говно. Главное, чтобы было про говно, и люди все равно засмеются, особенно интеллектуально одаренные люди из ректальной академии на Укран обязательно оценят этот юмор, потому что этот юмор является подлинно высокоинтеллектуальным. Потому что мы на самом деле с помощью этого юмора комбинируем сложнейшие смыслы. И эти сложнейшие смыслы о говне, хоть они вроде о говне, низкая материя, да, но они переплетаются с тончайшими фибрами человеческой души и показывают комбинаторную натуру человеческой особи. Да? Человек – это комбинирующее животное. По сути. И в этом плане шутками про говно мы проявляем великую комбинаторную силу человека. Поэтому еще раз повторяем. Сетап, панчлайн. Сетап, панчлайн. Сетап, все что угодно. Там, не знаю, стрим Шадова. Панчлайн. Заказали снова видео Васила. Там, я не знаю. Сетап. Я не знаю. Сетап. Блин. Господи. Да как еще сетап? Книжка Хайдеггера. Панчлайн. Я не знаю. Перевод Бибихина. Да. Блин, сетап. Наука логики Гегеля. Панчлайн капитал Маркса. Да. Ну и так до бесконечности можно продолжать. У вас вообще бесконечное множество возможностей в этом деле. Просто неограниченное количество возможностей. Просто неограниченное количество возможностей. Ваши шутки будут истекать из ваших ртов просто как говно. Панчлайн. Это был панчлайн тоже, да, неожиданно. Тоже был панчлайн. Ну и соответственно, я думаю, вы уже готовы полностью принять на себя ответственность за смех людей вокруг вас. Рекомендую шутить про говно, кстати, во всех местах, где это уместно или неуместно. Чем неуместнее, тем смешнее, как говорится. Вот сидите вы на профессорской лекции какой-нибудь. Профессор рассуждает про Дарвина, а вы тем временем рассказываете ему про эволюцию говна. Ну, например, да, вот и вместо доклада по биологии можете приготовить доклад об эволюции говна. Как вам такое? Ну, то есть, вместо того, чтобы рассматривать, как животные изменялись, вы будете рассказывать, как эволюционировало говно. Сука, ладно. То есть, понимаете, в чем дело? Шутки про говно – это территория проявления бесконечной человеческой фантазии. То есть, даже если про говно вы можете шутить по-разному, то диапазон ваших способностей просто невероятно велик. Вы показываете величайшее остроумие, и сразу вам вешается вот на грудь медаль настоящего почтенного бойца за все самое хорошее, лучшее, светлое, доброе и замечательное. Ну, вот такого бойца, как я, например. Такого бойца, как я, конечно. И мы вместе с вами, вы и я и вы, мы вместе. Мы вместе, ребята, мы вместе в этой игре. Мы показываем всем вокруг, что значит быть настоящими панчлайнерами. Вот. Ну что, друзья, понимаете, с вами был кандидат говнических наук, Каловый профессор университета жидких фекалий, Александр Задов, член КРС, пандент ректальной академии наук РАН. И я поздравляю вас, только что сегодня вы научились шутить про говно. Еще раз повторим урок, да, в конце гайда, очень-очень просто. Все ректально просто. Все ректально просто. Сначала вы делаете сетап, это все что угодно. Потом панчлайн, это что-то про говно. Поняли? Приняли. Осознали. Теперь вы будете самым веселым человеком в компании. Вас будут любить, уважать. И с вами всегда будут здороваться только за руку. Вот. Только за руку, даже женщины. Поздравляю.